Вооруженные силы Украины срочно обратились к белорусам. Российские спецслужбы готовят провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в том числе АЭС «Островец». Украина не планирует никаких агрессивных действий в чужой стране, заявили ВСУ. Также посоветовали белорусам следить за подозрительными людьми и транспортом. 10-15 тысяч белорусов готовы участвовать в войне против Украины. В первую очередь из-за высокого денежного обеспечения, сообщили в Генштабе ВСУ. В то же время готовность войск Беларуси самостоятельно вторгнуться в Украину оценивается как низкая. Самое сложное направление на фронте за последнюю неделю – Донецкое, заявили в Минобороны. ВСУ отбивают более сотни атак ежедневно. По данным британской разведки, за последние две недели РФ, вероятно, перебросила основные подразделения ВДВ на Донецкий и Луганский фронты на Донбассе. Их потенциальные задачи – оборона района Кременная Сватова в Луганской области или усиление наступления на Бахмут Донецкой области. С 10 октября россияне выпустили по территории Украины почти 600 ракет. Только за минувшие сутки от ударов пострадали 50 гражданских. За это время объединенная энергосистема Украины подверглась 7 массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2, 15, 23 ноября. В Главном управлении разведки считают, что для нового массированного ракетного удара России нужна примерно неделя. Канада начала обучение украинских саперов в Польше, сообщила министр обороны страны Анита Ананд. 40 военнослужащих Вооруженных сил Канады преподают первый курс для украинских саперов Польши. Обучение сосредоточено на обнаружении, идентификации и обезвреживании взрывчатых веществ. За минувшие сутки ВСУ сбили 51 российскую ракету, 10 дронов, ликвидировали один вражеский танк, 7 боевых бронированных машин, 2 артсистемы и более 300 российских солдат. С начала полномасштабного вторжения потери армии РФ в Украине составляют 85 720 убитыми, сообщили в Генштабе ВСУ. За 9 месяцев с момента полномасштабного вторжения освобождено 52,5% территорий. Это северные регионы страны, Харьковское, Лиманское направление, правобережье Херсонщины. Под оккупацией все еще 20% Украины. Это главные новости с фронта. Подпишись на канал, поставь лайк и комментарий под этим видео. Мы ценим обратную связь.